И пока соски нету. Вот молодец. Видишь, как привязали, она из люльки не упадывает. Она на растяжку взята. О, и сама руку засунула сзади. Ну-ка. Сосочку дай-ка я возьму. Дай, дедушке сосочку. Вот так. Вот молодец. А дай дедушке сосу, дочь. Дай дедушке сосу. Да соска-то у ней какая хорошая. Деда. Но... Дай дедушке сосу. Ну, видишь как. Она молчит тут. Смотрю, с часами. Никого нет рядом. Сидит хоть в этой, хоть в этой. Вообще. Благословение Господне. Совершенно разумно. Смотрю, чего она о нас думает-то? Вот вопрос. Да какие мысли-то еще у нее рождаются? Чего она в это время думает, а? Чего она думает? Какие мысли-то ей приходят в голову? Ну, мы с ней познакомились, это Юля Сергеевна. Вот какая книжка у нее, смотри. Кошкин дом. Ну-ка, посмотри. Кошкин дом. Ой, какая книжка хорошая. Бум-бум-бум, бежит курочка с ведром заливать. Кошкин дом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тилибом-тилибом загорелся кошкин дом. Идет дым столбом, кошка выскочила, глаза выпущила. Ой, спасите, потушите. Вот здоровая песня-то. Так, ну-ка. Пожалуйста. Православная христианка Юлия. Пожалуйста. А сколько смотрю, вот в этой привязана или вот в этой сидит она часами. И сама играет, рядом взрослые ходят, не просится, не плачет ничего. Слава тебе, Господи. Пойдем. Да благослови тебя, Господь.